Юбилейный фестиваль «Январские музыкальные вечера» собрал на Брестской сцене все то лучшее, что звучало здесь на протяжении 30 лет. А именно столько в этом году исполняется форуму классической музыки. Из года в год преданные поклонники Чайковского и Моцарта, Баха, Бетховена, Шуберта с замиранием сердца ждут встречи с высоким искусством в исполнении лучших музыкантов и коллективов мира. Здесь вот энтузиасты, организаторы этого фестиваля вот уже на протяжении 30 лет приглашают сюда представителей из различных государств. Мы посчитали, что порядка 7 тысяч участников было за 30 лет проведения этого фестиваля. Ну а поскольку 30 лет, то где-то порядка 50 либо 60 стран мира принимали участие, послали сюда своих представителей в Брест для того, чтобы они принимали участие в этом фестивале. Январские музыкальные вечера за долгие годы проведения стали визитной карточкой областного центра. Об этом в своем приветственном слове говорил губернатор региона Анатолий Лис. Фестиваль – это одно из старейших культурных мероприятий суверенной Беларуси. Это то, чем сегодня гордятся берестейцы. Он является, конечно, таким знаковым событием для Брестской области и для республики. Конечно, это однозначно, так как уже 30-й, немного в нашей стране, в суверенной, да, значит, таких фестивалей с такой хорошей историей. И самое главное, что он не уходит по какой-то наклонной, да, что уменьшается, а наоборот, с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году из 13 стран более 500 участников. Это говорит о многом. В день торжественного открытия музыкального форума на сцене Академического театра драмы выступали талантливые артисты из разных стран, от Беларуси до Италии. Открыла вечер увертюра к опере Моцарта «Похищение из Сираля» в исполнении Государственного симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского. Плеяду концертов продолжит вечер джаза, далее в афише выступления симфонических и народных академических оркестров, вокалистов, индивидуальных исполнителей из Грузии, России, Беларуси. Форум 2018 ждет своих гостей. Здесь такая публика есть, которая помнит всех выступления, то, что играл, кто что был, когда, где, понимаете, встречались, когда ходили в крепость все вместе. Такие есть. Я благодарна всем слушателям, всем людям, жителям нашего Бреста, которые все время интересуются, а будет, не будет, как там артисты приедут, не приедут, очень волнуются. И поэтому всем благодарна. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буктова».